Вітаю! Роботу телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії я Наталія Гейман і зі мною в студії Дар'я Лєвих, дієтолог, з якою ми поговоримо про те, як же вийти з новорічних свят без великої шкоди для своїх шлунків і як взагалі треба харчуватися взимку. Доброго дня, Дар'я! Доброго дня! Розказуйте, дивіться, новорічні свята – це період, коли всі їдять багато, всі їдять без розбору, а потім записуються в чергу до спортивних залів. Як же все ж таки зробити так, щоб ці спортивні зали, звісно ж, заробили грошей на своїх клієнтах, але щоб люди свої шлунки трошки поберегли? Дякую за запрошення, перш за все. Дуже рада всіх бачити та поздоровляю з наступившим же Новим роком та наступаючими новорічними святами. З вашого дозволу я перейду на російську, тому що ще поки краще орієнтуюсь на російській, але українську я поважаю, дуже люблю та наступного разу вже обов'язково буду українською з вами. Дякую вам вести весь ефір. Що, перш за все, треба пам'ятати, що це не останнє. Так, переходим. Это не последний праздник вашей жизни, поэтому не нужно съесть все и сразу за одну новогоднюю ночь. Как уберечь желудок и кишечник? Нужно стоит помнить о том, что в нашем кишечнике живут примерно 1,5 килограмма бактерий. От того, какие это бактерии, это зависит от того, чем мы их кормим и кого мы кормим. Если мы кормим хороших, то преобладают хорошие, создают нам хорошее настроение, блестящую кожу, чистую кожу, блестящие волосы. А если мы кормим плохих, то, естественно, у нас плохое настроение, у нас прыщи, тяжесть, отеки и так далее. То есть все зависит от того, что с вашим кишечником происходит. И для того, чтобы кормить свои полезные бактерии, в каждой вашей тарелке должны быть овощи или фрукты. Лучше овощи. Лучший фрукт – это овощ, да, так говорят диетологи. Поэтому овощи. Какие же это овощи зимой, да? Стоит об этом поговорить, да. Правда? Понятно, что огурцы, помидоры сейчас не сезон. Они невкусные, они какие-то пластмассовые и дорогие. Но то, что нам по карману, каждому из нас, это сырая свекла, сырая морковь, сельдерей, пастернак, все виды капусты, квашеная капуста, заморозка всяческая. Вот стремитесь формировать свое меню, чтобы в каждом приеме пищи, абсолютно в каждом, было хоть что-то такое, чем вы покормите своих полезных бактерий. Напомню, что полезные бактерии едят клетчатку. Для них основным видом питания является клетчатка. Поэтому кормите своих полезных бактерий в каждом приеме пищи. Я почала записувати все, що ви говорите. Ну от дивіться, пройшла новорічна ніч. Говорять, що я читала якусь статтю, і говорять про те, що перед Новим роком всі сідають на дієти, всі починають худнути, щоб в новорічну ніч можна було наїстися. Войти в какое-то платье. Війти в сукню. Чи корисно це робити? Чи все ж таки потрібно постійно тримати себе в якомусь тонусі? Это хороший очень вопрос. Начну з того, що таке вообще дієта. Да? Изначально слово дієта було сформировано як? Это придумали медики, создали, да, тип питання для больних людей. Например, там, при остром гастрите это одна диета, при пиелонефрите другая, при панкреатите остром третья. Да? То есть нужно понимать, что диета изначально это для больных людей, для относительно здоровых людей, то есть которыми мы с вами в целом являемся. Да? Если мы не лежим в стационаре, не капаемся под капельницей, то мы относительно здоровые люди. То нам следует обращать внимание именно на рациональное, сбалансированное питание. И вот это и является основой, неважно, это до праздника, во время праздника, после праздника, это должно быть как образ жизни, а не что-то кратковременное, потому что в платье вы, может, и войдете, но то, какой ценой вы в него войдете, это уже совершенно другая история, да, потому что очень часто женщины, к сожалению, бросаются во все тяжкие, я не буду вообще есть, просижу 3 дня на воде, значит, минус 5 килограммов, желаемая форма,
форма достигнута, потом новогодняя ночь, и как раз тогда, после того, как все это срывается, тогда уже может быть и гастрит, и панкреатит, и, не дай бог, еще что-то посерьезнее. Тогда действительно нужна будет диета. Поэтому моя просьба основная к вам – не допускать этого. Все-таки не делать вот этих резких таких резких смен, да, то я ем все, то я ем ничего, то не ем ничего совсем. То есть сбалансированное, рациональное питание – вот это основа здоровой жизни в целом. Ну, і що ж має бути на наших святкових столах? На новорічному, на різдвяному і на післяріздвяних столах? Це теж хороший вопрос. Прежде всего, постарайтесь немножко розширити свої горизонти. Вот это понятно, мы все привыкли там к шубе, оливье, заливная рыба и так холодец. Далее. Холодец. Кстати, холодец – это достаточно полезный продукт. Ух ты. Почему? Потому что в нем, если это прям вот настоящий холодец, который варится там 4 часа на костях, это очень полезная штука. Почему? Потому что там очень много лецитина и фосфатидилхолина. Это жирные кислоты для мембраны клеток, особенно для мембран клеток печени. Поэтому в то время, когда мы 100% ее нагружаем жирным алкоголем, жареным там и так далее, нам очень важно ее и защитить тоже, вот эти ее мембраны, клеточки. А вот эти фосфатидилхолин, да, лецитин, это то, что, собственно, формирует вот эту мембрану клеточную у печени в том числе. Поэтому холодец как раз может и должен быть на вашем столе. Помимо этого, возвращаясь к полезным бактериям, помним, что нам их нужно кормить в каждом приеме пищи обязательно. Поэтому у вас салаты не с майонезом, а с оливковым маслом все-таки и лимонным соком. А как же оливье без майонеза? А значит, будет отдельно оливье и еще 3 салата. Один обязательно там, где будет капуста. Можно сделать вот такой простой салат. Синяя капуста, гранат и морковка. Это очень красиво. И можно туда, например, сыр какой-то добавить, потереть, но без майонеза. Добавьте сюда оливковое масло, чуть-чуть горчички, лимонный сок. Это уже будет и красиво, и вкусно. Второй вариант, например, сделать сырую свеклу, просто нарезать кубиками тоже с арахисом или грецким орехом, с лимонным соком. Это будет тоже красиво, ярко и вкусно. И самое главное, полезно, потому что в свекле находится еще очень важный белок бетаин, который тоже помогает печени вот поддерживать ее функцию детокса на хорошем уровне. А нам детокс нужен всем в новогодние праздники. Ну вот, відбулася новорічна ніч, відбулося Різдво, всі наїлися вночі, до речі, їсти корисно? Оцей на ночной дежур, це як? Ой, кстати, вот по этому поводу хотелось бы дать прям 3 четких конкретных рекомендации. Можно записывать, вот как делает Наталья сейчас, можете записывать тоже сейчас. Первое. Для того, чтобы минимизировать вред вот этих праздников длительных, первое, что нужно делать и помнить, не допускать сильного голода, чтобы не переедать. То есть вот эта вот система, когда ничего не трогай, это на новогоднюю ночь или на новогодний стол, этого не должно быть. То есть вы должны подходить, приходить на застолье в такой с легким чувством голода, но не так, как будто я сейчас съем пол слона, да? То есть важно не допускать сильный голод. Это первая рекомендация. Вторая рекомендация. Обязательно пейте воду, особенно теплую или горячую, до еды, да, где-то минут за 15 вам надо прям выпить вот прям горяченькой воды. Не обязательно это должен быть чай, но это должна быть горячая вода. Как одна моя пациентка говорит, сытные бульоны из бактерий. Поэтому об этом тоже следует помнить. Второе – это вода. Третья рекомендация – это когда вы, даже если вы чувствуете, что вот есть, переели, ну, не сдержались там, да, в вас засунули оливье и шубу, и рыбу, и все это в вас уже находится, примите ферменты тогда. Можно это сделать там, да, либо аптечными какими-то препаратами, либо же добавить именно сырые салаты, сырые овощи, там, где есть ферменты естественные, натуральные.
Это третья рекомендация. Четвертое. Это движение. Мы зимой превращаемся все в тюленей. Мы такие сидим, значит, сначала перед телевизором, потом пошли в кинотеатр, посидели, потом с кем-то встретились с друзьями, опять сидим. Меняйте этот фокус и переходите все-таки на активности. Потанцевать, подвигаться, поводить хоровод с детьми или со взрослыми, неважно. Превращайте этот праздник, да, вот в такую подвижную активность, да, чтобы ваша кровь циркулировала, чтобы лимфа циркулировала. И очень важно после того, как вы поели уже, тоже подвигаться, поднять руки, да, поднимать вверх, чтобы ваши органы желудочно-кишечного тракта, они тоже, у них сохранялась вот эта перистальтика, потому что ночью она замедляется. Наш желудочно-кишечный тракт работает по графику, ему не важно, это Новый год или Рождество, он, по сути, в 8 вечера замедляется, и пищеварение там тоже замедляется. Поэтому для того, чтобы все-таки активировать этот процесс, нужно подвигаться. Потанцевать, попрыгать, побегать, и что на ваше усмотрение, что вам ближе, вот то и делайте. Это вот 4 таких важных рекомендации, которые нужно следовать в любом случае, в любом празднике, когда, где бы это ни было. Ну от же, от не порухалися, наїлися, напилися, прийшов ранок, прийшли, закінчились свята, переїли. Тяжкість у шлунку, зайві кілограми, плаття вже можна викинути, в яке влізли перед Новим роком. Що робити? Що робити? Не падати в паніку і в чувство вини. Це перше. Як так? Тобто, смотрите, лучше лекарство – це профілактика. Поэтому, прежде всего, нужно, конечно, думать об этом до этого. Сейчас еще не все праздники позади, поэтому у вас еще есть шансы избежать вот того всего, что перечислила Наталья. Это и отеки, и рыхлость, и тяжесть, и давление, и обострение. Вот мои коллеги там на скорой помощи, они говорят, что эти дни это просто, ну, постоянные звонки, у того гипертония, там, сердечный приступ, панкреатит и так далее. То есть не допускайте этого. Все-таки ваше здоровье, оно в ваших руках. И друзья, родственники, с которыми вы сейчас встречаетесь, они сегодня с вами, а завтра они ушли по своим делам. Праздники закончились, и все разбежались в разные стороны. А ваше тело, оно останется с вами. И после праздников будет вам напоминать о том, что вы себя не очень хорошо вели на празднике. И что здесь делать? Конечно же, включать в ежедневную практику минимальную хотя бы физическую активность. Это утренняя гимнастика, утренняя зарядка. Опять же, можно это сделать как в школе, на физкультуре, можно потанцевать 15 минут. Главное подвигаться до легкой такой испарины первой. Это первое. Второе, проводный режим, его никто не отменял, и ему нужно следовать тоже постоянно. И для того, чтобы все-таки вес постепенно сбрасывать, не быстро, вот это тоже очень важно. То есть в крайности ни в коем случае нельзя впадать. То есть вес может прилететь, конечно же, быстро на праздники. И по статистике, кстати, 80% украинцев набирают вес за, вот эти, за 2 недели. И 30% из них набирают больше 5 килограммов. То есть подумайте, вдумайтесь только, больше 5 килограмм, подумайте, как вы их потом будете сбрасывать, потому что нужно будет ходить в зал на тренировки, ограничивать сахар, ограничивать мучное. Ну, по сути, ничего нового, вы все это знаете и без меня, но не так, чтобы как в том анекдоте, да, я купил полгода назад абонемент в спортзал и никакого прогресса. Завтра пойду лично туда и узнаю, в чем дело. Тобто, ну, тобто все одно берегти себе потрібно до свят, під час свят, і тоді вже після свят докладати мінімум зусиль, да, щоб тримати себе в якійсь формі і не зіпсувати собі здоров'я. Ну і взагалі зимовий період, він такий складний досить. Ви вже говорили про те, що ми мало рухомі, мало активні, про те, що немає вітамінів, ну в плані там овочі, фрукти, вони не настільки зараз корисні, не настільки смачні, щоб їх їсти. Тим не менш, що ви як дієтолог радите нашим глядачам
вживати взимку, як харчуватися взагалі взимку? Это отличный вопрос. И мои пациенты, каждый второй меня это спрашивает. Хорошо, доктор, пока была там, значит, куча овощей и фруктов, было просто. А что же делать сейчас, когда вот все невкусное, пластмассовое и так далее? Вспоминать, что мы живем все-таки в Украине, у нас очень щедрая земля, и она нам оставляет в зиму корни плоды. Это морковка, свекла, пастернак, дайкон, сельдерей. Это все корни, корни плоды, которые в сыром виде, они низкогликемические, то есть они не повышают сахар, потому что многие говорят о том, что ага, свекла и морковка, они, значит, сильно там повышают сахар, не надо их кушать. Их можно кушать в сыром виде, да? Добавлять туда, например, что-то из фруктов, чтобы разнообразить. Тот же гранат или киви, или яблоко, айва. Это все тоже у нас есть. Пусть это не совершенно прям наше родное, но это из ближнего какого-то зарубежья, то есть это не манго там или что-то такое заморское. Не забывать про зелень, которая может у вас расти и на подоконнике. Это лук, это укроп, это петрушка. Это то, что должно быть в вашем рационе каждый день. Вот что-то зелененькое. Я обычно говорю, чтобы проще было запомнить, это радуга на тарелке. То есть на вашей тарелке всегда должно присутствовать разные цвета, вот разные овощи и фрукты. Оранжевый, тыква, морковка, цитрусовые, свекла это фиолетовый, да, туда же зелененькие добавили. И так, таким образом разнообразить можно и нужно, просто не все об этом помнят, мало кто об этом задумывается, и стандартно это картошка, мы считаем овощем, хотя на самом деле это все-таки углевод, который нужно умеренно потреблять. А овощи, то, что считается корнеплодами, где много клетчатки, где много еды для наших полезных бактерий, вот это то, на что стоит обратить внимание именно зимой. Дякую вам дуже за те, що ви до нас завітали, що дали такі корисні поради. Ще, шановні глядачі, у вас є трохи часу для того, щоб все ж таки схаменутися, взяти себе в руки і почати годувати свої корисні бактерії. Тому не зволікайте, не зважайте, навпаки, зважайте на своє здоров'я, бережіть себе, своїх рідних, нехай на ваших столах буде смачно, корисно, і головне, отримайте від цього задоволення. І ідіть в спортзал, ідіть до дієтологів, але будьте в родинному колі, харчуйтеся так, як вам смачно, і пам'ятайте, що все в ваших руках, ваше життя і ваше здоров'я. В студії була Наталія Гейман, дякую за увагу, до нових зустрічей.